я хочу представить вам новую прошивку для чипа ESP8266. Эта прошивка реализует девайс Hive, а именно облачный сервис, с помощью которого можно подключать различные устройства к этой микросхеме и делать их действительно интернет-вещами. Потому что стоимость данного чипа в виде модуля составляет в районе $2,5. Можете заказать его на любой площадке и использовать для ваших устройств. Для демонстрации я собрал вот такую вот конструкцию. На ней присутствует RGB-светодиод и пищалка. Сейчас давайте попробуем все это включить. Берем блок питания, подключаем. Минус. Плюс. Вот светодиодик засветился. Сейчас Z-состояние на микроконтроллере, на самом. И теперь возьмем очень простенькую веб-страничку, код которой сейчас на экране. Тут всего лишь 80 строчек JavaScript, потому что работа с DeviceHive представляет собой обычные HTTP-запросы. Итак, открываем страничку его браузера. Выглядит страничка вот так. Теперь мы можем послать команду на устройство, и в данном случае мы включаем-выключаем различные цвета у светодиода. Можем включить пищалку. Ну, как несложно догадаться, все это реализовано с помощью простого GPIO на выходе этой микросхемы. Это сразу порождает возможность использовать данную микросхему для подключения целого вороха разнообразных датчиков и исполнительных устройств. Они широко продаются, например, вот эта коробка стоит в районе $20. По идее, к этой микросхеме можно подключить любой из них. Ну, ради демонстрации давайте попробуем подключим вот несколько самых интересных, как я считаю, датчиков. Это реле, датчик приближения, датчик шевеления и инфракрасный датчик огня. Специально для этих целей на плате я выявил дополнительный GPIO-пин. Сейчас мы его подключим. И уже заранее подключенный провод с питанием. Итого у нас есть три провода. Земля, питание и сам пин GPIO. Ну, давайте подключим инфракрасный датчик. Подключаем земля, питание, вход. Все, теперь переключаем ножку в режим входа. Берем огонь и показываем датчику. Ну, как видно, на экране что-то происходит. Вот огонь горит, высокий уровень, огня нет, низкий уровень. То же самое можно сделать, например, с датчиком приближения. Берем, подключаем землю, подключаем выход, подключаем питание. Сейчас низкий уровень, сейчас события пройдут, видимо, я когда подключал, он набрал небольшой кучку событий. Так, теперь берем высокий уровень, закрываем, низкий уровень, открываем, высокий. Аналогично с датчиком шевеления. Сейчас вот, как видно, высокий уровень, вот мы его подключили, начинаем болтать, показывает низкий уровень во время ударов. Но это все работает на вход. Теперь мы попробуем подключить реле, с помощью которого можно подключить любую другую нагрузку к этому устройству и уже управлять ею прямо напрямую с интернета. Подключаем минус. Плюс управление. Теперь говорим из веб-странички установить высокий уровень. Ну, я думаю, даже слышно, она щелкает. Более того, поскольку это веб-страничка, она довольно простая, можно открыть эту же веб-страничку с помощью вашего телефона и также управлять реле.